И всем привет, ребята, с меня Транс Сигурда. Сегодня мы будем играть, которая поезд. Сегодня поезда будем, которая играть. Вот эту мы карту первую зальдем. Вот, давайте начнем в 6 утра. И солнце. Поехали. Так, вот уже карта. Капец, там город еще, провода какие-то. Так, какие тут поезда? Капец, мне надо какой-то поезд выбрать. Вот это. Да, крутой поезд я выбрал. Так, сейчас мы... О, вот так, у нас будет... 5 вагончиков. Всего 5. Потому что 5 вагончиков, как пятерка. Будет у нас экспресс. Да, смотрите, какой. США поезд. Соединенные Штаты Америки. Сейчас Соединенные Штаты Америки едет в Техас. О, давайте маршрут сделаем. Маршрут Нью-Йорк-Техас. Давайте. Сейчас мы как раз заводим поезд наш. И все. Так. Так, поезд отправляется. Какой у нас поезд, конечно, крутой. Капец. 916. Так, поезд едет. Так, всё не так. Камеру повернем. Так, там вокзал уже до Нью-Йорк. Надо Техас уехать. Ну и все. Так, надо поехать до Нью-Йорка вокзал. Так. Давайте еще это включу. Который колокольчик. Так, ребята, мы пока едем. Едем. О, город, конечно, красивый. Да, я давно не играл в поезд. Ну, как бы, чтобы ничего не было. Вала. Вот это город, конечно, Нью-Йорк. Просто Нью-Йорк. Красивый. Если я там дом купил, я жил с поездами. Круто было. Но нет. Так, ребята, все, я подъехал уже. На станции Нью-Йорк. Так, все, включил. Двери, чтобы люди зашли. Ну и так далее. Так, включил звонок. Так, сейчас поезд поедет через 35 минут. Успейте, пассажиры. Техас едем. К границе Мексики. Так, все, ждем. Фух, я уже прошу время где-то. Ладно, все, поехали. Ладно, все, поехали, ребят. Так, сейчас мы поедем, и все. Уже поезд Техас отправляется, и все. Так, сейчас мы подъезжаем. Так, сейчас мы еще остановку проедем. А на следующей нет. Сначала вот эту надо проехать, а вот это уже нет. Так, у нас разгоняется экспресс.
Че на нас поезд экспресс? Че бы ни бывало, он разгоняется еще быстрее и быстрее. Так едет быстро. У нас 5 вагончиков, чтобы люди Техасу ехали. Так, у нас поезд поедет. О, там уже машины едут. Видите? Вот. Где-то оттуда воедут. Чем погудю, чтобы они засняли. Вроде не засняли. Как я вижу. Так, ладно, еще мы доедем. Вот, надо вот эту проехать. Остановку первую, где я еду. А вот это уже Техас наверху. Мы там будем ролик заканчивать. Вот там уже маршрут закончен. О, уже. Тут уже Альфикс. Это город. Экспресс туда не останавливается. Че бы ни бывало. Так, едет. Экспресс на 64 км в час. Марана. Чем погуджу? Так, мы не будем тут останавливаться. Не будем. Вообще, абсолютно не будем останавливаться. Так, все, мы проехали Альфикс. Тут экспресс очень останавливается. Электрички там. И грузовые поезда тоже. Потому что там бедный город. Мы проехали, там поезда не останавливаются. Это вокзал заброшен. И люди там снимают поезда. Не останавливаются. Так, ребята, мы уже подъезжаем к Техасу. Вот, мы уже рядом. Вот, страна Техас уже появилась. Вот. Во, газа уже дым. Мы уже будем останавливаться. Вот, город Техас. Вот, еще мы его остановим. Так, мы останавливаем поезд. И людей назад. Так. Так, всем помахаю. Так, все. Все, хватит. Все. Да, ребят, чего не останавливаться, я не понял. Все, поезд остановись. Так, все, мы открываем двери. Ну, вроде все, вышли все люди, которые Техаса. Ладно, сегодня будем прощаться. Ладно, а с вами я, Трансат Сигурда. Подписывайтесь на канал и гудок. Ну, и не забывайте ставить лайки, я там вагончики оставил. Ладно, и всем пока!